Рождение города Димитрово, сейчас уже Мирнограда, тесно связано с разработкой открытых еще во второй половине 19 столетия угольных пластов на землях крестьянских общин. Параллельно с растущими терриконами в Мирнограде велась и разработка песчаного карьера, о существовании которого мало кому известно. Добывался здесь песок очень давно. И служил он, этот песок, для строительства городов Димитров, Красноармейск, для микрорайонов, когда шло большое строительство. Поэтому вынимался здесь песок в больших, очень больших объемах. И вот после того, когда закончилась где-то в 70-х годах выемка песка, то на этом месте образовалось, ну, непонятно что. Одним словом, по заключению, здесь земля не была пригодна ни для гражданского строительства, ни для частного строительства, и непригодная для сельскохозяйственных целей. Уже больше 40 лет на песчаном карьере не ведутся разработки. Сегодня его территория больше похожа на извилистые овраги, часть из которых отведена под горные выработки обогатительной фабрики «Богучарская». Она существует совсем недавно, с 2005 года, но уже зарекомендовала себя как одно из перспективных угольных предприятий региона. С 2005 года, когда начало работать наше предприятие, тогда она первоначально называлась «Общество с ограниченной ответственностью Донецкого угольно-топлива», был заключен договор совместной деятельности с ГП «Красноармейск уголь» о совместной деятельности. И, естественно, как один из видов оказания услуг нашему предприятию, мы начали совместное заполнение данного карьера. Но согласно проекта было... Рекультивацию должна была выполнить шахта Димитрова. После рекультивации передать исполкому для высадки на этом месте деревьев. В рамках экологической программы, разработанной и утвержденной Мирноградским городским советом, обогатительная фабрика взяла на себя обязательство озеленить отработанный карьер. Еще в конце прошлого года на 3 гектарах выработок за счет собственных средств была произведена рекультивация. Для того, чтобы отделить жилой массив или частный сектор от промплощадки шахты и фабрики, чтобы пыль вредная не несло в дома, это раз. Во-вторых, эрозия почвы, чтобы прекратить эрозию почвы, чтобы прекратить оползни грунта во время ливнев. И чтобы не было оползней от частного сектора, не отрезало огороды и все остальное. Для этой цели и была проведена рекультивация песчаных карьеров породным отвалом. И, вернее, засыпка породы, а потом рекультивация породным отвалом. Забота о безопасности проживающих рядом жителей Мирнограда и о состоянии экологии в целом в приоритете обогатителей. Поэтому уже сегодня на подготовленном участке велись работы по озеленению карьера. При содействии сотрудников лесхоза города Покровска было высажено 10 тысяч саженцев деревьев. Деревья идут на посадку березы, войлочная вишня и акация, что более приспособлено в наше время для рекультивации породных отвалов. Люди-специалисты, поэтому они нам посоветовали, и мы посадили. Посадка проходит через 4 метра, для того, чтобы поливочная машина проходила свободно, не повреждая саженцы. Все, и года через 3 здесь будет сад. Полив мы производим своими силами, а лесхоз будет продолжать, будем дальше продолжать рекультивацию со временем, и они будут дальше рассаживаться, поэтому... Через 4 года здесь будет город-сад. По проекту первый ряд из 14 существующих будут занимать березы. Следующие 2 – войлочные вишни. Остальные же, протяженностью по 450 метров каждый, будут отведены под акацию. По словам сотрудников фабрики, именно эти деревья более приспособлены к песчаной почве. И вся эта масштабная работа проводится и будет проводиться за счет собственных средств. До метра высота почвы, глубина почвы. И далее садятся такие деревья, которые не боятся прорастать на породных отвалах. Засаживая карьер, сотрудники фабрики надеются, что уже в скором времени это промышленное место превратится в зеленую зону, защищающую почву от техногенных разрушений, а местных жителей от вредного воздействия окружающей среды.